Мечта выиграть билет в контактный зоопарк исполнится сегодня у одного из наших зрителей. Напоминаем, по четвергам мы вам закатываем героя дня, выкладываем это видео на YouTube, и надо подписаться на наш канал в YouTube и оставить комментарий. Вчера вот мы показали такую вам фотографию, глаз не видно, а, как говорится, глаза – зеркало души и глаза… Мне этот человек вот сейчас напомнил, ну никак не актер и не какую-то знаменитость, мне кажется, я его видела буквально-таки вчера. Какая прелесть. Нет. Ну что ж, друзья. На самом деле ответ очень простой. Это Олег Басилашвили в роли Зорро в красном. Мне просто отсвечивает, я не увидела, что это шляпа. Мне показалось, подумала, что это человек без волос просто. Так что, у нас есть шесть ответов правильных, да? Шесть правильных ответов. И традиционно по пятницам мы задействуем операторов не только в роли людей, которые справляются с крупными планами камерами. Начали разминать шею, конечно, разминать руки, дело плечи. Серьезного. Итак, Александр, мы просим вас вновь поучаствовать в нашей программе от 1 до 6. Готовы ли вы? Время пришло. Гости отправятся. Итак, цифра 1, 2, 3. Это номер 2. Номер 2 у нас Павел. Павел Иркутский. Иркутский. Павел Иркутский. Вот такая вот замечательная фамилия. Павел, мы вас поздравляем. Вам достается замечательный билет в Иркутский детский зоопарк. Контактный, самый большой в России. Сходите в него либо один, либо с кем-либо. Ну, а всем, кто участвовал, вам спасибо огромное. И не переживайте, на следующей неделе вновь будет розыгрыш. Продолжайте в том же духе. Ну, а мы мчимся дальше. У нас еще море сюжетов. Интересный гость впереди. Пока же давайте узнаем, на чем все-таки можно сэкономить. Это касается новогоднего стола. Расскажем все секреты, советы и лайфхаки.